В Тамбове 8 утра, морозы крещенские закончились, нас завалило снегом, и чтобы выехать на машине с утра за покупками, надо откопаться. Всем доброго! Еще немножко красоты. Кстати, маску надо надеть. На улице еще рассветает. Чтобы сдвинуться с места, реально надо откопаться. Нюша попросилась на улицу. Хотя уже ходила. Вот так нас снова завалило. Зато морозы отступили. 30-градусные. Негодю слушаем. Не его крылатые цитаты, а крылатые цитаты ваших мам, друзья. Выкидываем на стену группы на ВКонтакте. Можно на WhatsApp присылать. Вы этим пользуетесь. Никуда не деться. 8-903-220-9-84. Вот правда. Мы туда, в наш WhatsApp собираем, а также фоточки ваших мамочек. Желательно даже прям с вами. Но чтобы мы смогли слечить. Понимаете, насколько вы похожи на мать вашу. Да. А Нина нам написала в нашу официальную группу на ВКонтакте. Блин, мука мне вот эта нравится, но она 122. Капец. Ну, это, кстати, очень говнястый картофель. Вовсе не тамбовский. Последний магазин «Светофор». Красотища. Заснеженный Тамбов. Мы не опаздываем, Жень? Опаздываем.
снежки лепятся. И можно снеговика лепить, да, Нюш? Ну что, вчера все замело, а сегодня плюс 5, и весь этот снег тает и капает. Понятно, что это, конечно, не весна. Февраль славится метелями, но сегодня оттепель.